В Мадриде состоялся крупнейший в Европе гей-парад. В нем приняли участие сотни тысяч человек. На марш за равенство вышли профсоюзы и даже испанские политики. Они несли радужные флаги и лозунги в поддержку сексуальных меньшинств. Через центр города проследовали 50 платформ с танцующими и поющими людьми. Шествие длилось несколько часов и завершилось концертом. Испания – одна из наиболее либеральных стран в мире. 12 лет назад она стала одной из первых европейских стран, где были узаконены браки между людьми одного пола. Согласно опросам, большинство испанцев полностью признает права геев. Борьба за права геев далека до завершения. Существует так много стран, где отношения по-прежнему являются преступлением. Поэтому нам нужно продолжать протестовать, показывая, что мы существуем и гордимся тем, что счастливы и можем жить в обществе. И сделать такой праздник – хороший способ продвинуть наше дело. А также отличная вечеринка.